Благодаря государственной программе 7-20-25 собственное жилье в Казахстане становится намного доступнее. Экибастузцы активно пользуются предложенными выгодными условиями и приобретают квартиры в новостройках. Айсулу, добрый день. Ваша заявка одобрена. Поздравляем. Хорошо, да, хорошо. Спасибо. Айсулу Искендирова уже 15 лет работает педагогом. За это время обзавелась семьей и давно мечтает о собственном уголке. В конце декабря 2018 года подали заявку в Народный банк, чтобы участвовать по программе 7-20-25. И вот приобрели трехкомнатную квартиру в новом доме. Квартира нам нравится, хороший район, квартира теплая, мы рады. Как наведем здесь порядок, планируем заехать. Просторная трехкомнатная квартира в одной из недавно построенных пятиэтажек по улице Энергетик Тер теперь обрела своих хозяев. По словам Айсулу, участие в программе не сопровождалось какими-либо трудностями. Время подготовки документов заняло намного меньше времени, чем предполагалось. А заявка была одобрена и вовсе в течение 2 недель. В этом доме 7,5 миллиона стоит трехкомнатная квартира. Наш первоначальный взнос был 1,5 миллиона тенге. Кредит можно получить на покупку любого нового жилья на рынке недвижимости Казахстана. По этой программе в Экибастузе к реализации представлены еще 68 квартир в 3-5-этажных домах по адресу Энергетик Тер 66, 68 и 70. Что такое 7-20-25? 7 – это номинальная ставка вознаграждения, 20 – это первоначальный взнос по ипотечному займу и 25 – это срок ипотечного займа. Для того, чтобы получить займ по программе 7-20-25, необходимо иметь гражданство Республики Казахстан, иметь доход, должно отсутствовать ипотечный займ на момент подачи заявления, а также не должен иметь недвижимость на территории Казахстана на момент подачи заявления. Во дворах домов установлены детские площадки, а также предусмотрены парковки. Кроме того, совсем недалеко расположены социальные объекты – школа, детский сад и поликлиника.